Третью песню свою, которую написал в 2011 году, как я с ужасом сегодня узнал, так давно, а кажется, ведь так недавно. И, по сути, я ее никогда не пел вообще на людях. Такая вещь. Сколько бессмысленных сооружений создано из пустых вещей. Падает курс поточных рассуждений и дорожает суть вещей. Телек, ютуб, ЖЖ, ВКонтакте, Твиттер — сплошь одни крутые перцы. Сколько ни забивай, кто стер, кто вытер, в гугле нет ответа. Как увидеть сердце, снится. Люди вышли в город, взяли, встали рядом, взяли руки, смотрят выше, и ни слова. Ты погрязаешь в данях окружению, ты добровольно окружен. И в многочисленных телодвижениях все же движения лишен. Грамоты, этикет, обряды, мода скажут, как понять, раздеться. Сколько ни бегай, кто продал, кто отдал, где бигборд с ответом. Как увидеть сердце, если люди выйдут ночью, встанут рядом, скрепят руки и не скажут больше слова. Проснется небо, небо, и мы очнемся от сна, даже в котором не спали, и что-то сильное застучит в груди. Выскажи все, что сказать, запросто мы бы не решились. Каждый поймет, жизнь одна, пусть прозвучит и банально. Стой держаться на избранном пути и перед смертью стоять так, чтоб старуха